Привет. Здрасте. Давай познакомимся. Костя. Очень приятно, Оксана. Откуда ты, Костя? С Питера. Познакомились на вечеринке в модельном агентстве. Я любил ее. Я хотела ехать и слушать музыку, и сам знаешь, какие песни. Я приходил домой, и я писал песню сразу. И все песни классные получились. Сейчас там песня про щечки написал. Тоже необычно, всем нравится. Мы не вместе, но мы общаемся. Ну, родители так повлияли. Ну, типа, ну, ты знаешь же, музыкант, там, у него ничего не будет. Он тебе ничего не даст. Он плохой муж, у него нет квартиры и машины. До 17 лет я вообще не общался с девушками, я общался только с сестрами. Я был прыщавый, забитый, в смысле, какие девушки? Я вот так горбился, ходил. Всего стеснялся, думал, что я глупый. Ну, я сейчас думаю, что я глупый. В общем, я был не уверен в себе. Моя цель – это не стать крутым, а моя цель просто, чтобы люди что-то чувствовали и перепевали мои песни. Ну, или пели вместе со мной. Я хочу, чтобы у тебя сейчас было ощущение вот какой-то внутренней правды. Если это действительно твое, то ты сейчас вот прямо, я не знаю, подаришь на минуту счастья. Я хочу. Хочешь? Ну, подарить. Здорово. А я за тебя поболею. Спасибо. До свидания. Мы с тобой еще увидимся. А, увидимся. Да. Даже тебе вот туда. Туда выходить? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Как поживаете? Неплохо. А что вы будете петь? Могу спеть либо авторскую песню, либо YouTube, допустим. Вам без разницы вообще? Нам есть разница, вы знаете. Нам лучше авторскую спеть. Угу. Хорошо, песня называется «Щечки». Что, кто? Щеночки. А, щелчки. Щечки. Щечки. Вот у всего девушки. А, щечки. Щенки. У меня самый лучший слух, как выяснилось. Несмотря на возраст. Жив ним указательный палец. Это наш знак, это наш знак. Давай станцуем медленный танец. Прямо в лесу, делай вот так. Твои губы не сводят меня с ума. Так сильно как, так сильно как. Твоя шея не сводит меня с ума. Так сильно как. Твои щечки сводят меня с ума. Оу, е, оу, е, эти щечки сводят меня с ума. Ты даже не пытайся убрать их. Они нам нужны, как стране нужен флаг. Прошу, дай мне их немного погладить. Поцеловать медленно так, и поцеловать медленно так, поцеловать. Твои щечки сводят меня с ума. Оу, е, оу, е, эти щечки сводят меня с ума. Оу, е, оу, е, твои щечки сводят меня с ума. Твои губы сводят меня с ума. Твоя шея сводит меня с ума. Твои руки сводят меня с ума. Твои брови сводят меня с ума. Твои плечи сводят меня с ума. И колени сводят меня с ума. Твое тело сводит меня с ума. Твои щечки сводят меня с ума.
Я прям себя почувствовала сейчас вашей девушкой. Прям завидую. У вас есть девушка? Ну, мы расстались год назад, но... Все, пока. Вот. Окей. Благодаря этим песням, возможно... Нет, вот и хорошо. Вот и остановись. Расстались год назад. Это очень важно. Отлично. Вы знаете, я бы хотел сейчас произвести одно действие. Я долго выжидал момент, и он пришел, этот момент. Кнопка? Так что я сейчас встану. Вот. Встану сейчас. Зачем? Испытание в тренировочном лагере. Спасибо. Спасибо всем. Вот, собственно говоря, в некоторой степени мой идеал артиста-мужчины. Красивый, умный, брутальный, автор собственных песен. Хороших песен. Музыкальный, с прекрасным вкусом. Я не вижу в нем никаких изъянов вообще. Ну, прям хорошее такое хорошее, ощущение. Да. Хорошее. Спасибо. Это от Митофана. Да? Хочете першими дізнатися про ексклюзиви з влаштунками X-Factor? Підписуйтесь на наш YouTube-канал і буде вам щастя!